Ну ты вычитала нормально. Ты правда ржала, да, пока вышел? Да не говори. Не говори. Китка совершенно делает, да? Ржала вообще как-то. Я говорю, бабушки. Ужас. Давай, я тебе сниму платочек. Иду так. А это ты что знаешь это? Ну? Врач-то, он практикант. А хочет показать, что он такой, это, все знает. Вот. Ну? Вот я тебе и говорю, что он начал это все взвешивать ребенка, потом разденьтесь, начал груди мять, и в результате она сказала, говорит, а я знаю, что это. Ну и говорит, нету ни капли молока у вас нету. Она говорит, а я знаю, говорит, я его, говорит, бабушка. Почему, говорит, ребенок не довешивается? Какого он должен веса иметь в таком-то возрасте. Ага. А он такой сразу вроде как, она в конце народе говорит, я, говорит, никогда не знала, что, говорит, у меня, говорит, все будут осматривать, мечтала, чтобы груди подняли. Ужас. Так как кофе, как будто кто-то разлил. Разлил кофе? Ты анекдоты читаешь еще? Наносит, да, кофе? Да, такой привкус такой какой-то. Как будто кто-то кофе пьет со мной. Кофейник.